есть, его не собрать. Ибо мяч мой уносит рекой, его не догнать. Перед сном я читаю о том, что у всех нас единый отец. Скоро выпадет снег, и кондуктор объявит, конечно, станция мертвых сердец. Мы как дети пытались понять, почему это так. Помнишь, в каждом вечернем окне мы искали твой знак. Наблюдали начало, надеясь, что сможем с достоинством встретить конец. Кто мог знать, что началом финала станет вечный ноябрь на станции, а в порту ожидания прибытия больших кораблей. И все в белом с подзорной трубой на балконе застыла жена капитана, драит бляхи и ружья, готовясь к торжественной встрече охрана. Только им никогда не приплыть, королева, мне жаль, мы свящи сильней. Собой цикл. Это песни «Эпитафия 1» и «Эпитафия 2». С течением времени «Эпитафия 1» получил название «Школа мудрости». И, в общем, обе эти песни вошли на две части альбома «Для тех, кто видит сны». Но вот мы их попробуем сыграть сейчас в стык. Стакан порожний и обрящешь благодать. Жить приятно, жить несложно, если смысла не искать. Вожделеет разум рьяный, я системою сковать. А ты лежишь на солнце пьяный, и на все тебе плевать. Кладезь мудрости таится в откровении простом. Чтобы резвиться, стамы сердца под кустом, чтобы пить хмельную влагу, откосить штаны в кабак и нанизывать на шпагу всех, кто думает не так. Thank you.
час полночный с разведенного моста. Был он весел, был он грешен, много женщин обманул, и был бы точно он повешен, но по счастью утонул. Взором пленительный стан, и грезится мне, я тебя обнимаю. И горек, и сладок мне этот обман, и горек, и сладок мне этот обман. Давно я стремясь оградиться от скорби, влюбленность распял средь пробирок и пол. Рассек ей покровы, достигнул до корня и стал неприступен, как каменный стол. И вот посрамление, гордыня, познание, насмешник народ пробудился во мне, и вновь я, как мальчик, заскол обсанья. И имя твое я повторяю во сне, переснял в 91-м году. Вот был изначально фильм с Далем, а он снял с Райкиным. Так вот, Райкин там в роли тени такого Казанову давал. Вот, рекомендую посмотреть. Я вот думаю, кстати говоря, вот, может быть, я его смотрел нечаянно. Я как раз, нет, вообще нет, его не мог смотреть. Я в 91-м году Казанову и писал. Вот, все вещи происходят стихийно. То есть вот нужно было выдать такую фигуру именно в тот момент. Вот, она и полезла, собственно говоря, с одной стороны, у Казакова, с другой.
теме еще вернемся. Не, колоться я не буду, не расскажу. Это очень слишком глупо. Thank you.
просят. У вас так много духовности. Исполните песню, в которой нет этого слова. Бездуховно. Ну вот, кстати, Женя абсолютно бездуховная песня. Вот, а вообще мы только что отыграли в Киеве. Зайчик мой, там такая же спокойная, нормальная жизнь, как и тут, как и в Москве, как и везде. Вот. А войны все начинаются совершенно одинаково, а вот заканчивать их очень тяжело. Так что, что тут? Вот. А тем более в наше время, когда, собственно, что мы имеем? Мы имеем метро, Ашан и Биллу. Вот. Если мы устроим войну, если Москва начнет штурмовать Воронеж, например, а бомбить Воронеж, да, классика, бомбить Воронеж, то она разнесет, к чертовой матери, и Киев, Биллу, и Ашан. Вот. Посредством жесточайших жертв воронежский народ сможет добиться, что лет через 20 здесь снова возникнут метры Ашан и Билла. Вот. Это единственный результат войны, который можно достигнуть в современном обществе. Так. Не буду вас спрашивать, просто спасибо за ваше творчество. И вам спасибо, что приходите нас слушать и тем самым подкармливаете. Мы сыграем композицию, тут виолончельную партию придумал великий наш и могучий Петя Акимов. Замечательный композитор, виолончелист, которого вы можете знать по постоянному сотрудничеству с Олей Арефьевой, например. Они наверняка ни раз, ни два сюда приезжали. А вот мы в очень романтические обстоятельства, помню, с Петей эту композицию придумывали. Называется она «Девять жизней к востоку от рая».